Заседание правительства в этот вторник началось с оценки работы всех ведомств, которые были задействованы в подготовке к новому учебному году. Отметим, что в этом году посещать образовательные организации, детские сады, школы, среднеспециальные учебные заведения будут более 220 тысяч человек. Вот что сказал губернатор на камеру нашей съемочной группе. День знаний в нашем регионе прошел на очень хорошем, высоком организованном уровне. Наша общая задача не только обеспечить их новыми или отремонтированными, или подготовленными классами, помещениями, зданиями, площадками, территориями, но и дать нашим детям, нашей молодежи достойное воспитание и достойное образование. И, конечно же, создать условия для повышения качества жизни семей с детьми и всех жителей Верхневолжья.